Рыбалка в Хаджибеевском лимане. Одесса. На объездной дороге. Ловится пеленгас. Ну, лобань. Пеленгас маленький. Но ловится вот реально в жару, август месяц. Люди ловят. Вон одна, одни рыбаки, вторые. Здесь вон еще рыбаки только что при мне поймали. Говорят, здесь очень, очень много змей. Просто их тут тьма. Просто кишит все змеями. Хаджибеевский лиман можно переименовать змеиный. Не, ну видно. Она выскакивала постоянно. Только смотрите, она укрыта. Да, вижу. Вот она. Это маленькая. Вот хорошие, большие такие. Не, вот эти вот хорошие. Хорошие, да. Это одна попалась, маленькая. Супер. Говорю,